5 лучших работ были представлены на муниципальном уровне. Жители с воодушевлением включились в реализацию проекта. Все материалы предоставила администрация округа. Мы ремонтируем подъезды силами управляющей компании в рамках программы губернатора, а жители уже по своей инициативе их расписывают. Мы со своей стороны, как администрация, помогаем материалами для росписи подъездов, а также потом проводим конкурс и вручаем ценные призы и подарки. Победителем муниципального этапа стали сразу 3 подъезда. Именно они сейчас представляют округ в регионе. Голосование продолжается. Есть возможность поддержать одинцовских участников. Хотелось бы обратиться ко всем жителям с просьбой проголосовать на портале «Добродел» за подъезд, который находится в Ершовском поселении Каринское село, и помочь нашим участникам выиграть этот конкурс. Подъезд 26-го дома в селе Каринское пережил пожар. В прошлом году благодаря губернаторской программе здесь провели ремонт. Уборщица дома Наталья Максимова предложила жителям украсить стены рисунками. Сейчас именно она претендует на главный приз. Программа по преображению подъездов будет продолжена и в этом году. В прошлом году мы отремонтировали 149 подъездов, в этом году планируем 338 подъездов отремонтировать. А мероприятие по росписи подъезда – это уже дополнительное мероприятие, которое проводится по инициативе жителей. И в этом году мы также планируем повторить данное мероприятие и надеемся, что большое количество жителей примет участие в росписи своих подъездов. Напоминаем, что поддержать одинцовских участников может каждый. Для этого необходимо оставить свой голос на портале «Добродел» в пользу подъезда, который представляет наш округ на региональном конкурсе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».